Южный федеральный угол, Северо-Кавказский федеральный угол. Зилфикаров Шамиль, Уральский федеральный угол. Арбитр Натанова, Маркова Наталья, Привожский федеральный округ, судья всероссийской категории. Спортсмен Белый Герой, Жалиев Фаюк, 1997 года рождения, мастер спорта. Представляет Нижний федеральный округ, город Волгоград и Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченскую республику. Физкультурно-спортивное общество «Динамо». Динамо начал заниматься в 2004 году у Яковлева Алексея Сергеевича. В настоящее время тренируется под руководством бригады тренеров Яковлева Алексея Сергеевича, Ришат Гериева, Асланбека Салмановича. Спортсмен Ксения Дуэль. Зульфикаров Шамиль, 1998 года рождения, мастер спорта. Представляет Уральский федеральный округ, город Тюмень. Дзюдо начал заниматься в 2010 году под руководством тренера Воробьева. В настоящее время тренируется у Стени. Является бронзовым призером Кубка России 2017 года. Победил Хажалиев Аид, федеральный округ Волгоградской области.